Всем привет! Это КНБ Live и все те же, все там же. Виктор Зуев прямо перед вами, Вячеслав Мастицкий и Игорь Тонет-Белкин. Сегодня у нас главным новостным поводом послужила игра Dead Space 3, которая у нас лежит так одиноко на боксе. Игорь, да, ты можешь ее распаковывать, да, и смотреть, что там внутри. Новостей все равно очень много, и мы даже не знаем, как уместить их вот этот 15-минутный Канобу апдейт, но постараемся. То есть без вот этих наших любимых смеху шуток. И аналитики, да. И без малафи, Игорь, предупреждаю. Ты это сказал. Да, я это сказал. А итак, убористо пройдемся по новостям, потому что эта неделя оказалась очень насыщенной. И Слава потирает руки, потому что традиционная Славина рубрика «Канобу апдейт». Малафья. Что, когда начинаем? Ну, мы, наверное, должны продолжать в любом случае, потому что я теряю связь с космосом. Но неважно. Давайте вести себя так, что прямой эфир идет, и поэтому заставки, не заставки, надо продолжать работать. Это настоящий профессионализм. Шоу надо продолжать. И романтика прямого эфира. Итак. Что у нас за новости? Я знаю, что я видел список, там чудовищное количество. Ну, в общем, всем привет. Извиняюсь за гнусавый голос, я заболел, но постараюсь говорить сегодня поменьше, кроме новостей. А сегодня у нас из новостей довольно обычные, ординарные вещи. Вроде Гейб Ньюэлл хочет снимать фильм про Портал, Рэймон становится мультиплатформенным, первые подробности Assassin's Creed 4, а также анонс Ведьмака 3 и всякие такие мелочи. И все. Спасибо, что смотрели рубрику Канобу апдейт. Всего доброго. На самом деле нет. Давайте все-таки те, кто не следит так пристально за игровой индустрией, расскажем, например, про Гейба Ньюэлла. Недавно на конференции DICE... Человек-жаба. Да, Человек-жаба вместе с Джей Джей Абрамсом, который будет снимать 7-й эпизод «Звездных войн», а также уже снял «Монстро», «Стар Трек» и ваш любимый сериал «Остаться в живых». Так, в общем, эта парочка во всеуслышание заявила, что очень хочет снять фильм по Half-Life и Portal. Причем Джей Джей сказал, что это, в общем, вполне возможно, и они уже сейчас ищут, кто бы написал им сценарий. Но дальше этого дело пока не продвинулось. Возможно. Ну, может, Гейб Ньюэлл у нас больше денег. Это еще круче, чем режиссура от «Вебола». Я не знаю, как это комментировать, кроме того, что Гейб, толстая ты скотина, я имею право так называть тебя, потому что где Half-Life 3? Какое кино? Ну реально. Мыльное кинцо свое, да? На самом деле, ну уже просто не смешно. А если Half-Life 3 не хотите делать по разным причинам, надоело делать игры, да, сделали портал. Portal 2 сделали на полтора часа. Деньги делают. Ну? Да, действительно, какие там игры? Ну просто скажи об этом, да? Все, Half-Life 3 не будет, это нормально. Мы поймем. Ты сейчас, кстати, включил русского игрожура, так, ребята, так похлопал по плечу, да, жирная скотина, фамильярности. Парни. Сказал бы! Парни из вот. Valve. Я за это люблю вот это все. В общем, да. Вы увлеклись, давайте перейдем к новости номер два. Новость номер два. Какая? Electronic Arts выпустит свой магазин Origin для платформы Macintosh. Вау! Боже мой! Теперь да. Игры 5-летней давности можно будет купить прямо онлайн. Следующая новость. Да, следующая новость у нас... Если получится купить. Ubisoft Time, нет, а это, именно. Это мое время, бро. Я дорвался. Как вы знаете, я очень люблю компанию Nintendo и платформу Nintendo Wii U. И какое-то количество времени назад я сказал, что обязательно ее возьму, так как на ней выходит Rayman. И многие фанаты Rayman, как одного из лучших платформеров последних лет, сказали, что купили Wii U специально, чтобы поиграть на ней в Rayman, который должен выйти в марте, то есть меньше, чем через месяц. В конце февраля.
Хер вам всем, дорогие друзья. Ubisoft взяла и перенесла выход Реймана на сентябрь, это раз. А два, теперь он выйдет на всех платформах сразу. Кроме PC. Кроме PC, ну это-то понятно. У них и GTA не выйдет, неважно. В общем, Xbox 360, PlayStation 3 и Nintendo Wii U, там везде выйдет Rayman, как там, Legends одновременно. Причем... И вот сейчас с вами была нормальная передача «Игорь тонет», которой, например, я хочу ее видеть уже несколько выпусков подряд. Игорь, почему ты не можешь так ее делать про игры, про хейтерство, про какой-то, я не знаю, там, поиск правды, истины, но при этом оставаясь в рамках портала? Об этом узнаем в следующей передаче «Игорь тонет». Да, и... Нет, не узнаем, не узнаем. В общем, да, надеюсь, вы оправились от шока. Надеюсь, вы оправились просто. И следующая новость есть про Ubisoft. Ив Гильмо на последнем заседании... Гильмо это... Звучит хорошо. На последнем заседании с инвесторами заявил, что Assassin's Creed 4 находится в разработке. Более того, он выйдет в 2014 финансовом году, а это, напомним, с 1 апреля 2013 по 31 марта 2014 года. То есть получается, что даже Этой осенью. Этой осенью, да. И называться он будет Assassin's, как я и предполагал. Assassin's Creed. И там, кстати, да, обещают новый временной промежуток, новую эпоху и нового героя. Никакого Дезмода, наконец-то. И никаких вот этих вот Эцио... Assassin's Creed Modern Warfare, да. Там. Ну, я не удивлюсь, если это будет тот самый, да, арбалеты, загадочный дроны. Серия действия будет происходить в Древнем Египте. Нет, как я предполагаю. Дроны, томагавки, как колда, только от третьего лица. Ну, да, типа того, в общем, узнаем через какое-то количество недель. Прячь. Вот, и следующая новость про Electronic Arts вам должна понравиться. Тони Уоткинс выпустил новый альбом. А также крупнейший рейтинговый портал Metacritic опубликовал список издателей видеоигр, который упорядочен по сумме общих оценок. То есть это такой печать качества от Metacritic. И первое место занял в этом списке, кто бы вы думали? Nomad? Electronic Arts. Именно у этой компании оказалось больше всего игр с... самой высокой оценкой. И суммарный рейтинг составил 75 баллов. Вот на самом деле справедливо. Мы очень часто, да, вот сейчас Игорь продемонстрировал наше отношение к Electronic Arts и прочее, но оно такое тоже с другой стороны справедливое. Большая компания всегда будет получать большое количество тумаков, да, в этом нет ничего как бы сверхъестественного и неожиданного. Но за хорошие вещи мы всегда говорим, очень клево. Мы игрой года сделали Mass Effect 3, да. Казалось бы, кто еще, отнесся с таким пиететом? Мы не пинали бы так этот Medal of Honor днищный, если бы Electronic Arts помимо него не выпустила бы еще кучу всего хорошего. Да, в том-то и дело. По сути своей, Medal of Honor — это польский шутер, да, и не было ни одной, кажется, передачи Canobu Life, хотя их было всего немного, но чтобы мы прям 10 минут чмырили польский шутер. Ну, как бы, от них всегда чего-то хорошего ожидаешь, и... Это редко, когда у них получается полное говно. Но Medal of Honor — говно. Ну, понятно. Но, тем не менее, большая компания, большая линейка релизов, поэтому большое количество проектов средних, говененьких, но в то же время большое количество проектов и хороших, и отличных. Опять же, это здорово. Если это не Medal of Honor. Ну, и для тех, кто интересуется, на второй строчке этого чарта компания Microsoft. Как неудивительно, да? Ну, потому что прошлый год был довольно в плане hardcore title. Я вдруг внезапно подумал такой, про это самый Microsoft Halo, Flight Simulator, потом вспомнил. А, у них же еще Xbox есть, да. А, и Fable Journey, да. Journey, чего хорошо получил. Окей, на третьем месте компания Sony, на четвертом Nintendo. Я понял, да. Да, все куплено, Nintendo. А Mail.ru на каком? Не знаю, тут список всего до 100 компаний. И пятое место — компания Capcom, что как бы тоже немного удивительно. Удивить. Ну вот об этом и речь. Ну, Dragon's Dogma была хорошая. Об этом речь. Ну, слушай. Мы топчемся на Resident Evil 6. Resident Evil топчемся. Господа, я дал этой игре на той неделе третий, кажется, шанс. Я выдержал 48 минут. Рекорд. Ну, кстати, вот многие и наши виновницы торжества говорят то же самое, что Dead Space не торт. Мы как раз об этом тоже поговорим. Сколько нужно потратить минут, чтобы разобраться, торт или не торт Dead Space? После еще двух новостей, Витя. Давай. Дай мне еще скорее немного минут. Да. Очень хорошая новость для, я думаю, всех. Ну, не мотай, я подглядываю. Нет. Сюрприз сейчас будет, наверное, для Игоря. Хотя какой сюрприз?
Ведьмак 3, дорогие друзья, анонсирован. Называется он Ведьмак 3. Да, боже, да! Дикая Ведьмак охота. 3! А, да. Нет, похер. Дикая охота. И это будет первая часть из серии. Я молчу специально. Да, тут почему-то хейтер Ведьмака, а по-моему игра хорошая. Так вот, третья часть Дикая охота разрабатывается для PC и современных платформ. Вот это довольно такая размытая. Для стрип-покера название Дикая охота. Такая размытая формулировка, то есть неизвестно, то ли это нынешнее поколение консоли, то ли уже следующее. А может и шпланшетник новый какой? Да, и выйдет дату релиза даже самым размытым образом вообще не говорят. Ну, из закрытых источников стало известно, что 2014 год, мне прям вот люди, имеющие отношение, да, к CD Projekt, это сказали. Я не буду ничего комментировать. Подожди, все, что я мог прокомментировать про Ведьмака, я это сделал на Канобу. Меня продолжают минусовать до сих пор. Вот можете минусовать меня прямо сейчас. Да, я считаю, что Ведьмак первый как-то мякотка, да? Нет, клюковка, да. Ведьмак второй — это полный провал. И теперь, когда... Ты книги-то читал? Ты книги-то читал? Прекрати. В оригинале. Прекрати, Игорь, тебе не идет. Вот. В оригинале на польском. Шишка-пшишка-курва, сказал Ведьмак, сел на дракона и улетел. Вот. Смоленский лес, да. Я примерно вот сюжет... Господи, как... В общем, и немножко все-таки информации по поводу Ведьмак 3. Сказали, что это будет первая игра, которая не будет делиться на главы. То есть это огромный, бесшовный, как любят российские игроки, мир, который... Такая забавная фактига, на 20% больше Скайрима. Представьте. Вот обязательно надо вернуть. То есть они вот с линеечкой. Да, так, а давай вот это самое интересное, что они прям сравнили со Скайримом. То есть если Ведьмак 2 это была попытка больше обогнать и перегнать Dragon Age, да, то теперь замахнулись на святое, так сказать, на серию Elder Scrolls. Пусть они на Daggerfall замахнутся, чтобы сдохли вообще все. Сколько там было? 40 тысяч квадратных километров? Вот, кстати, да? Вот давайте сейчас. Вот Игорь, да, мы знаем, да, что Игорь выбивает 1000 очков в таких иногда играх, которые, честно говоря, и взглянуть страшно. Вот да, сейчас я прямо в эфире задаю вопрос. Ты выбил Ведьмак 2 на Xbox на 1000 очков? Я в него играть не хочу даже. Вот, окей, пожалуйста. Ответ. Ну, давайте. Понятное дело, что на Ютубе такой напека с текстурками. Окей. Опять мне Ведьмак начинает меня вот это вот замораживать. Все, я ничего не говорю. Гифка там, где ты танцуешь в комментах. Все, парни. Ведьмак 3 не вышел. Все. Давайте закончим новостной блок, который у нас уложился по времени идеально. Приятной новостью, как вы знаете, в марте, уже через месяц, запустится новый, очень красивый такой клюковка, говорит. Клюковка сайт. Канобу, да. И процесс создания, он был очень интересный и необычный. И мы решили, так сказать, дать вам такой бонус-трек и визуализировать сам процесс разработки нового Канобу. Да, и... В новом ролике. Сейчас, подожди. Что? Игорь? Да. Что ты хотел сказать? У Игоря нет слов, чтобы выразить восхищение той огромной работой, которую проделали программисты. И сейчас мы визуализировали вот этот процесс, и вы увидите его, как именно программисты, там даже у них такие ники и маленькие юзерпики, и вы увидите, как они создавали и продолжают создавать новый Канобу, релиз которого в марте 2013-го. Как Ленин заговорил. Итак, смотрим ролик. Па-па-па-пау! Канобу.ру представляет.
А, это эфир. Клоуны. Итак, тема сегодняшнего КНБ Лайва, главная тема, это, конечно же, Dead Space 3. Мы хотели, честно говоря, тему объявить другую, я ее анонсирую за неделю, что небывалые, на самом деле, сроки анонса для КНБ Лайва, но даже здорово. Когда неделю прорабатываем тему, она получается жирнее. Вот, но, что, мне опять уходить, но просто не. Сиди и никуда, не двигайся. Оценки и вот комментарии, которые пошли после выхода Dead Space, ну, фактически заставили поменять быстро тему, потому что непонятно, что происходит. В итоге скатилась ли игра в шестой Resident Evil. Шестой Resident Evil в самокопирование, самоцитирование, бездушная поделка ли, или наоборот, Electronic Arts вытащили ее из... С пучины окаянной. Именно, именно. Спасибо, что мне подсказываешь, чтобы не говорить более грубыми словами. У нас на кону огромное количество постов на эту тему. Вот сейчас, я уверен, даже я не вижу, но... Даже твоя бабушка сейчас всего... пишет пост про Dead Space. На кону. Прямо сейчас. Игорь, успеешь поговорить про Dead Space. И мы решили, собрать мнение многих людей и выяснить, действительно, что происходит с Dead Space, хороший он или плохой, да? Ну, банально, да? Ну, да. Плюсы, минусы, и, подводные камни. Составить такую широкую картину этой игры, чтобы вы как-то более понимали, что с ним происходит. У нас, вы видите, на экране параллельно идет фактически такой стрим и Let's Play, если хотите. Наш Саша Деркач и параллельно вместе с нами сейчас проходит игру. Понюхай. И мы будем... Класс, этот запах свежей игры. Новой игры за DPC. Да, и мы будем смотреть и обращаться к Саше, чтобы он показал какой-то тот или иной элемент геймплея. Он играет, в ПК-версию, чтобы сейчас всем было понятно. И HD-текстурочки вы можете наблюдать собственными глазами. На Xbox правда такие же. Итак... Друзья мои, что с Dead Space, так или не так? Кто играл, ваше впечатление? Пока мы в студии внутрь не заберем, сейчас Игорь закончится своей токсикоманией и, наверное, что-нибудь выдаст. Итак, Игорь, вот три слова Dead Space 3. Что, по-твоему? Три слова. Dead Space 3 такой. Если в трех словах, хрен его знает. Я сейчас просто вкратце скажу, я дикий фанат первых двух частей. То есть все они задрочены на 100%, вот, пройдены, знаю я их практически наизусть. Вот, и третий Dead Space очень странный. То есть он правда очень странный, то есть вроде ты как все как обычно, но баланс поменялся. Но это знаешь, как ты возвращаешься там в школу спустя 10 лет. То есть вот все тот же самый, это самый зассанный угол, но как-то по-другому выглядит и пахнет. Вот, а с Dead Space то же самое. То есть вроде бы игровая механика на месте, но все какое-то другое. Тут и типы оружия, и подход к микроменеджменту ресурсов, на мой взгляд, несколько перемудренный. То есть ты получил другую игру. И хорошая она или плохая именно эта другая игра, ты еще не понял. Понимаешь, я вообще да, то есть это не Dead Space в том виде, в котором я к ней привык. Но я вчера играл в нее, как только засунул в привод, 4,5 часа подряд и выключил только потому, что я уснул. То есть она тебя увлекла. То есть, слушайте, да, это показатель, то есть это не то. То есть мне на самом деле очень обидно за людей, которым она дико не понравилась, хардкорных фанатов, потому что я пока не могу окончательное мнение об игре сложить, поскольку я в нее поиграл всего 4 часа, но это как бы детский сад. Но вот сейчас мне реально жалко людей, которые дико фанатели от Dead Space, и мне понравилась третья часть, потому что они, на мой взгляд, очень много что упустят. Много что упустят. Слава? Я также купил вчера версию для Xbox. Интересно, когда бы ты ее еще купил бы? Ну, некоторые магазины продавали ее уже в среду. Да. Тони, за списком Вячеславу. У нас... И, в общем, я поиграл чуть меньше, чем Игорь, 3 часа, дошел до 5 главы. И знаете, как бы для меня все окей. А мне норм. Да, а мне, как говорится, норм. Мне очень понравилась вот эта вся кинематографичность, да, вот это, я вот это люблю. Ну, как бы у меня есть закос и в хардкор, где вообще сюжетных сцен нет, и где, наоборот, кинцо. Мне очень, кстати, нравится Uncharted, поэтому. И... Сейчас, подожди. И Dead Space 3 мне тоже понравился, особенно мне понравилось...
вот эту кастомизацию, новое оружие, когда ты можешь делать свой ствол, вот это очень это, кстати, реально классная круто. Тема. Это безумно круто. Единственное, что в Limited Edition, который я как свек олигарх все купил, на целых 400 рублей дороже обычной, 300. Тебе там сразу дается пушка, пулемет плюс дробовик, который выкидывает. Игорь, мы об этом поговорим, потому что это та самая монетизация, которая одним просто своим упоминанием начинает пугать огромное количество людей. Зря, кстати. И это у нас отдельный разговор. В общем, мне пока очень нравится. Я хочу пройти ее один раз в синглплеер, и потом с вами, парни, еще в кооп. Так, но придется делиться только. Окей. У нас на связи должен быть Игорь Линч, это один из пользователей Канобу, но в то же время он известный обзорщик из Питера, который в прошлый раз дозвонился, к сожалению, там были проблемы связи. Вот, но он сейчас играет, и, соответственно, послушаем его тоже мнение. Пока я просто коротко скажу свое. Я, собственно, вел трансляцию, и, честно говоря, именно после вот этого полуторачасовой пробы я пошел и купил ее в магазине. Вот, собственно, точнее, сидел на кресле и кликнул «Купить». Онлайн-магазин, пошел. Нет, я пошел, мне просто не продали. Сказали, что вот продавец был серьезно? На очень сложных щах. Серьезно? И такой, а с чего взяли, что я сейчас ее продам? Видимо, есть проверки, чтобы специально не продавали игру раньше релиза. Ты серьезно? Я серьезно тебе говорю. Я же знаю, что она у нее на складе лежит и лежит под прилавком. Я такой, ну давай, чувак, ну я знаю, что она у тебя есть. Он такой, с чего взяли, что я могу ее продать? Вы видите, какое число нарисованное там? 7-е число, а я пришел 6-го. А сейчас какое? Я такой, да ладно, ладно, ладно. Он, может быть, его заколебали просто, но это было забавно. Да, в итоге заказали в интернет-магазине, все привезли. Мне понравился кооп. Очень понравился. Кооп? Да, я поиграл понял, что меня заставит играть в Dead Space. Потому что первые Dead Space, именно меня вот эта тягостная атмосфера, хорошие игры, безусловно, но вот эта вот атмосфера этого одиночества и что ты сражаешься с этим... Классная вот, атмосфера. Утомляет. Утомляет. Пустая. Да. Да, у нас, кстати, на связи Игорь, алло. Да, привет. Алло. Игорь, ты здесь? Да, алло. Мне очень нравится каждый раз это спрашивать, как будто мы спиритический сеанс проводим. Давайте возьмемся за руки. За руки, вызовем Игоря Линка. Игорь, ты здесь? Ладно, да, я тут. Пока мы его не слышим. Да, можешь упомянуть про Твиттер, что по хэштегу KNBLIFE пользователи также могут оставлять свои мнения по поводу Dead Space 3. Внимание, мнение по финалу прохождения скачанной пиратской версии не принимается. Не рассматривается. А что, уже... Да, она на торрентах валяется уже неделю. Да, она валяется, но мы этих-то за людей не считаем, правильно? И поэтому огромное количество людей, конечно, познакомилось с игрой заранее. И отсюда, кажется мне, и вот эти вот ниточки вот этого недовольства и тянутся. То есть люди, которые вот так вот лениво... Пока, что мне сказать, что я сегодня? Диад Спасе 3. Ну, что, давай посмотрим. Наверное, что-то про спайс, наркотики, что ли, продавать. И, естественно, что-то. Нуар убрали, стелс сломан, серия загублена. И давай писать на Канобу. Фу, перекаты. Укрытие. Но мы разберемся, да, послушаем разные мнения об игре. То есть у нас сейчас такое беглое знакомство вызывает скорее интерес, да. Я думаю, что, безусловно, наверное, так это можно охарактеризовать. Вызывает 1С. У нас после нашей передачи сразу выйдет рецензия на Канобу. Кто писал ее Денис Кублицкий, наш автор, фанат всех частей. И вот он потоптался. Конечная оценка, давайте я раскрою интригу. Нет. Она, скажем так, она не 9. Она не 8. Да он офигел! Вот, так что пинок, это определенный пинок, и я даже зацитирую определенные куски. Но даже будь здесь лицевая анимация уровня LA Noire. Да, очень многие ругают игру за текстурки, за отсутствие. Что у нас за унитазные звуки какие-то? Игорь, ты здесь? Да-да. Отлично. Привет. Смотри, у меня всех два вопроса. Первый, расскажи, пожалуйста, вкратце ту историю, которая связана с Ориджином и покупкой Dead Space 3. Мы хотим и послушать, это очень круто. Ну, я согрешил, я хотел купить Dead Space 3 в Ориджине для ПК. И произошло так, что в какой-то момент в Ориджине проходила акция за предзаказ Dead Space 3, давали 50% скидку на следующую покупку. Ну, и я, значит, купил предзаказ, оплатил его своей картой. И на следующий день, во-первых, мне не пришла игра, мне пришел купон этот 50%, я его использовал. Но игру мне так и не дали, на следующий день пришло письмо и сказали, что по каким-то техническим причинам, ну, не знаю, может быть, потому что моя карта ворон или еще что-то,
Мне сказали, что игру мне не дадут. Так. И потому что платеж не прошел. Ну, я подумал, что окей, там в день релиза куплю там за ВМР или еще за что-нибудь. Окей, и где-то за 2-3 дня, по-моему, до релиза игры официального мне приходит еще одно письмо о том, что я могу предзагрузить Dead Space 3. А при ты, том, что денег так и не сняли. Да, при том, что денег они сняли. Да, денег так и не сняли. Да, и что дальше? Я, конечно, очень долго думал, что как бы, ну, это, наверное, не совсем законно, как я могу, и скачал в итоге. Так. Ну, скачал, нет, имеется в виду, чтобы все поняли, ты скачал, имеется в виду с Origin, да, все, по ссылке, которую прислали. Абсолютно легально, то есть мне пришла ссылка, я все скачал. То есть получается, ага, то есть получается, что у тебя не взяли с тебя денег и прислали ссылку, возьми игру. Вот, я думаю, что, наверное, там ключ не работает, захожу, значит, мы заходим там с еще одним человеком в кооператив и играем час в кооператив абсолютно спокойно. Вот это будущее цифровой дистрибуции, друзья. А вы говорите, что вас обирает. Вы посмотрите, вообще бесплатно не вот никакие микротранзакции. Вот почему Electronic Arts получает награды и прочее. Настоящая народная контора, которая держите игру бесплатно. Игры народу. А, ну, возможно, нас слушает Electronic Arts и сейчас заблокируют твой аккаунт. Вот, и, возможно, я, кстати, еще у кого-то. Я хотел узнать, но, к сожалению, к вам сегодня пришел. Кстати, у кого случилась такая же штука, не обязательно с Dead Space 3, тоже напишите нам в комментариях, это будет интересно. То есть часто ли случается с Origin? Да? Хорошо, как тебе игра? Игра, ну я, как уже сказал, я прошел вообще меньше всех здесь присутствующих. Я прошел всего один час. И, наверное, самое такое, что на меня повлияло, вообще впечатлило, это главный... Ну я еще даже не знаю, главный ли он злодей, потому что, опять же, час игры всего. Тот чувак, который в шубе ходит в белый, ну как-то он вообще такой на главного сержант, злодея. Сержант, да? Который? А? Сержант, который. Да, ну, наверное, я не знаю. Нет, юнитолог там. Я уж не знаю, сержант. А, этот, ну да. А, ну да. Да, и он похож как-то, не мы знаю, шутили... больше, какого-то злодея из шестого элемента, который является пародией на пятый элемент. А, ну да. Мы шутили, что он ходит в куртке лыжника из 80-х. Да-да-да, он на Малахова, кстати, похож лет через 10. Отлично. Отлично. На Геннадия причем. Нет, на самом деле, смотри, вот ты играл час, обратно, и поэтому о качестве игры можно как бы судить по одному твоему ответу, да? Да. Ты хочешь продолжать? Я не хотел продолжать, на самом деле. Ага. Но дело в том, что мне сказали, что вся суть игры, вообще вся соль, она в середине, ну, в общем-то, как и в большинстве игр. Но что-то как тот первый час он все равно совсем не впечатлил. Ясно. Да ладно. Ну, не знаю, как слишком много там квиктайма. Ну, как бы он, да, как экшен, это, конечно, 10 из 10, не спорю, но я все-таки немного другого ожидал от Dead Space. Все-таки экшен я жду во всяких киллзонах, Call of Duty и прочем. Понятно, то есть ожидал стелса, а стелс сломали, да? В общем, как... Да, никакого нуара вообще. Никакого нуара вообще. Ладно, хорошо, спасибо, Игорь, рассказал нам, как скачивать игры с Origin бесплатно. Вот. Мы учтем и пользователи, надеюсь, тоже. А мы возвращаемся, да, к нашей рецензии, где Денис Кублицкий, в общем-то, тоже топчется на игре. И, как уже сказал, что он проходится... Там-там-там! Та-тара-та-там-там! Там-там-там! Та-тара-та-там-там-та-дам-там-там! Вот. Я все равно дочитаю, Игорь. Сейчас что-нибудь упадет. Я не люблю эту песню. Помимо графики, смотри, что ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Выглядит словно кинопробы Уве Болла, второй раз мы его упоминаем, на фоне фильмов Джей Джей Абрамса дешевой поделкой. То есть... Есть ли в тексте слова «оммаж»? Ведь неизбежно Dead Space 4, судя по наметившейся тенденции, и не подумает возвращаться к истокам. То есть у Дениса как раз та самая позиция, что Dead Space должен быть Dead Space'ом. И вот вопрос главный, есть ли тот самый Dead Space, и в принципе можно ли фанатеть по серии, а не по отдельным жанрам. То есть каждый год мы получаем такую страшилку-стрелялку в космосе. Вот нужно ли что-то хотеть от этой серии, от этого сериала, чтобы какие-то стандарты он вписывался? Вот что надо понять, да? Можно ли быть фанатом именно франшизы Dead Space? Или, в принципе, эта игра не подразумевает никакого фанатизма? Ну, вот ты купил Dead Space 5 в 2015 году, ну, потому что тебе хочется что-то в космосе, что-то дорогое, чтобы что-то стреляло, да, какие-то лезли уроды, ну, как бы... Смотри, серия сама по себе... Поэтому не обязательно быть фанатом Dead Space. Она не такая сильная история ее, как, допустим, Mass Effect. То есть, если взять сейчас фанатов, я имею в виду людей, которым очень тупо понравилась игра, первая или вторая часть, то я сомневаюсь, что они помнят сюжет,
то, что они помнят битву с финальным боссом сейчас. Я вот не помню. Я помню конец DLC, который был в Dead Space во втором, потому что сложно сейчас забыть. Можно я сейчас на секундочку прерву? Можно нам в Skype вызвать Александра Милованова? Это автор, который написал рецензию на АГ. Вот, ему сейчас позвонят, и, насколько я знаю, ему что-то в Dead Space все-таки понравилось, да? Что-то понравилось, Dead Space. Нет, мы втроем сидим, да. Такие, Dead Space, я вернусь. Я уверен, что сейчас в YouTube в это время купили! Dead Space ненавижу! Как можно, в принципе, ненавидеть игры? Хотя, подожди, я же прыгаю все время, когда слышу Ведьмак. Да, есть о чем задуматься. Витяй, так вот, я говорю. Тем ли я занимаюсь? Почему финал DLC к Dead Space 2 запомнился больше, чем финал оригинального Dead Space 2? Потому что сложно забыть, когда главному герою отхерачивает ногу. И он лежит и дохнет в этом аэро... Как это называется? Аэрлок. Это сюжетное, типа? Это сюжетное DLC было. Там был не Айзек, там был другой чувак, который спасал свою жену. Ему в конце... Ему в конце отхреначивает ногу, и он прикрывает свою жену, там пока на него... Да, и в итоге, что ты хотел сказать? Просто Александр на связи уже, да. Александр, погоди! Вот, суть в том, что... Тут фанатеют люди в основном от игровой, извините, механики и атмосферы. В трешке это все, ну, сильно изменили. И зависит от того, насколько тебя это перло. Как бы общая атмосфера космоса и некроморфов, либо то, как медленно ты ходишь, стреляешь и быстро дохнешь. Mm-hmm. То есть зависит от этого. Фанатов именно сюжета Dead Space или Dead Space как вселенной, я сомневаюсь. Я тоже думаю, что их не так много. Просто на самом деле, но они, как юнитологи, очень активны. Александр, ты с нами? Да, я здесь, привет. Да, привет. Привет, Александр. Скажи мне, вот как тебе Dead Space, что ты ему поставишь на АГ и как вообще с этим жить? Ну, что ему поставлю, это на самом деле вопрос вопросов, потому что пока что я прошел один из глав, и до конца полного мнения я не могу пока что сформировать. Но я могу сказать, какие в целом есть соображения насчет того, куда серия пришла, почему она туда пришла, и как игра чувствуется. Так. Интересный момент в том, что эта игра фактически двух жанров, которые переключаются вот так вот, включением кооп или, соответственно, его выключением. В одиночной игре это, в принципе, тот же Dead Space. И тот же он до той степени, что он действительно повторяет сам себя. То есть тот же Dead Space? Dead Space 2, да, во многом. Uh-huh. Причем он там местами даже сам себя пародирует. Это, есть такие забавные моменты, да? Потому что вот разработчикам сказали, вот у вас там были классные моменты, да, когда там Айзек куда-нибудь там вываливался, проваливался в космос, куда-нибудь там его унесло, и он оказывается в другом месте, и из-за этого Айзек вываливается куда-нибудь каждые 15-20 минут. Вот. Причем даже первый самый персонаж, если помните, он сразу куда-то вываливается. А мне понравился момент. А мне норм, говорит Вячеслав. Это плохо или хорошо? Не, ну, Саша, мне кажется, утрирует. Все-таки, ну, не 15-20, ну, раз в час. Раз в час в полтора. Может так. Вот. И они вот таким образом сами себя повторяют. Это же видно в приемах в сингле. Там все то же самое. Но если играть в кооп, игра драматическим образом меняет свой жанр. Она становится шутером на двоих, так называемым. Хуже, чем Gears of War, но лучше, чем Army of Two. И вот этот момент, он, мне кажется, вызван скорее какими-то маркетинговыми соображениями, потому что все-таки Dead Space изначально был очень такой клаустрофобический одиночный хоррор. Ну, первый особенно, да. Да, особенно первый. И так получилось, что хорроры продаются хреново. Вот-вот, да, мы поговорим Dead Space об этом. Вбухали к тому же Electronic Arts деньги не только в первую, вторую часть, да, они там вбухали деньги еще в комиксы, в продвижениях. В мультфильм там, да, вот это все. Мультфильм, да. И они сказали, знаете, ребят, надо делать экшен все-таки. Mm-hmm. И, собственно, из этой ситуации вышли, на самом деле, лучшим образом. Они сделали экшен, который действительно займет свою нишу. Это экшен двоих, который играется довольно приятно, но который действительно во многом уже не Dead Space. Уже не Dead Space. Хорошо, ну что ж, по-моему, довольно такое взвешенное мнение. Да, я хотел спросить, резюмируй. То есть ты говоришь, что Dead Space лучше играть в кооперативе, в третьей, чем в сингле? Скорее, да. Хорошо, да. Да, то есть это не Dead Space, но отличный экшен для двоих. Я вспомнил, что мне дико не понравилось. Спасибо, Александр. Тогда продолжай изучать дальше Dead Space. Ждем рецензии на АГ. Ня. Пока. Ня. Я вспомнил, что мне дико не понравилось. Нет, не было. Я сейчас играю на типа харде, но не на самом высоком. Ни единого момента не было, чтобы патронов хоть вот настолько не хватало.
То есть патронов всегда жопой жуй. Да. Ну, я птичек, это тоже, да, тоже не всегда плохо. Нет, вот, вот это реально мешает. То есть ты идешь такой. Ну, да, там, ну, да, да, играешь такой. Я просто помню, на каком очке все время находишься в первых двух Dead Space. Да, вот, да, вот, аптечки, патроны, не дай бог, промазал. А, что же делать? А тут, ну. А, ну ладно. Ну все. То есть изобилие в данном случае это по-твоему. Ну, а вот оно перестало быть survival horror'ом, тут Саша абсолютно, кстати, прав. Оно стало таким экшеном. Ну, то есть Dead Space он никогда не пугал, он был скорее мерзеньким. Типа чавк. И самое, вот самое, что бесит. Вот, во-первых, патрон, во-вторых, теперь там пропадают трупы. Исчезают трупы. В Dead Space трупы исчезают. Ну вы поехавшие совсем, алло. Да, ведь трупов боялся иногда даже больше, чем чего-то шевелящегося. Мне это напоминает разговор о Doom 3, извините. Десятилетней давности. Не, ну, нет, ну понимаешь, в Dead Space вообще суть в том, что труп как раз это главная угроза для тебя. Да, у него да, надо отхреначивать ноги, руки, все дела, чтобы кстати, он не вот ожил. Это я не обратил внимания, да, это интересно. Нет, но они исчезают, когда смотрите, типа, ты их уже раздавил. Смотрите, вот мы сейчас стали говорить, смотри, мы стали говорить про... Про мелочи. Не про мелочи, нет. Мы стали говорить про то, что пугает ли Dead Space, должен ли пугать и прочее. Кстати, я бы задвинул, на самом деле, сейчас тему в другое русло. Что такое жанр хоррор? Является ли Dead Space, что первый, что второй, что третий, в принципе, можно ли его назвать хоррором? И какие игры вообще пугают? И могут ли игры действительно пугать? И могут ли эти игры, вот как правильно Саша сказал, что они, ну, не продаются, да, хоррор? И могут ли быть хоррор-игры коммерчески успешными, чтобы Electronic Arts или какой-либо другой мейджор их делал на уровне, а не вот эти ваши слендеры и прочие инди-фигни, ну, которые делают студенты? Alone in the Dark, например. Присоединится нам к нам для обсуждения этой темы Александр Щербаков, разработчик и журналист, и создатель в каком-то смысле хоррор-игры «Сталин против марсиан». И сейчас мы дозваниваемся к нему в Таиланд. Сволочь он этакая. Узнаем, как... Хватит уже. Хватит уже 10 всех. Александра Щербакова мы вызываем, я сейчас... Да, давай пока мы вызываем Александра Щербакова, все-таки у нас есть мнение людей в Твиттере, что же они думают Конечно. По поводу Dead Space 3. Например, есть люди, которые против. Например... А нет, извините, вот Dead Space начал умирать на второй части, а третья часть забила последний гвоздь. Вот такой вот неутешительный вывод делает. Нет, вместо Dead Space здесь можно подставить любую игру на самом деле. Mass Effect начал умирать. Max Payne начал умирать. Far Cry. Doom начал умирать. А что там? StarCraft начал умирать. Ну, игра, ладно. Как только появляется, она начинает умирать. Да. Есть еще мнение, потому что к нам Саша присоединился. И быстро что-нибудь зачитать. Ну, что-то как-то... Что-то как-то нет пока. Да. Хорошо, ну, Саша, ты здесь? Ты с нами? Да, я здесь. Вы меня слышите? Да, мы тебя слышим. Привет. Ну, и главный... Всем привет. Всем привет. И главный вопрос, который мы тебе будем задавать всегда, это сколько у тебя градусов сейчас? 28. 28. А в стакане? До свидания. Все, я всего доброго. Хорошо. Тепло и тебе, и хорошо. Расскажи, Саш, что ты думаешь, в принципе, как разработчик в данном случае, о жанре хоррор? Вот ты сейчас разрабатываешь игры для мобилок. Можно ли, я не знаю, там на мобилках делать хорроры? И вообще, как разработчику быть с этим жанром? С одной стороны, вроде как бы интерес в публике есть. Вот видишь, они ругают за Dead Space 3 за то, что он не пугает. Но должна ли игра, в принципе, пугать, и может ли она при этом быть коммерчески успешной? Кому это интересно, создавать хоррор-игры? Ладно, я попробую как-нибудь по порядку ответить. Да. Начнем с мобилок, на самом деле. Делать хорроры для мобилок очень просто. Это делают все подряд. Если открыть, например, App Store, будет видно, что это реальный ужас. Если быть чуть ближе... Реальный ужас, как он... А, понял, все. Понял. Саша, прошу. Если быть ближе к теме, например, кстати, на iPad есть спин-офф Dead Space. Так. И он, по-моему... Очень плохой. Он очень плохой. Хорошо. Мне не сказал. Ну, не суть. Ну как, его делала очень хорошая студия, там очень хорошая графика. В принципе, Dead Space терпимо. Те же люди делали спин-офф Mass Effect, вот там реальный мрак.
Вот это вообще, это просто... Кстати, вот ты вспомнил, вот этот спин-офф Dead Space, да, но уж он явно, да, не был похож и близко ни на один из Dead Space, уж точно не пугал, но тем не менее... Вот ты знаешь, он в принципе был похож, я небольшой эксперт по Dead Space. Ты не путаешь сейчас с этой с аркадой в лайве? Нет, я видел этот Dead Space, он как бы... Вот этот вот, да, который вид там сзади, ходишь, да. Да, и что? Не, он был похож. Страшный? Не, он вполне true был. Ходишь, вид сзади. Ну, Dead Space никогда страшным не был. В метро такое едешь. Он мерзким был, страшным нет. Страшно. Понятно. А это хороший момент сейчас поднимается насчет того, что он не был страшным и был мерзким. Это можно отнести вообще к жанру хорроров в широком смысле. Когда мы говорим о хоррорах в играх, уместно вспомнить... относительно родственную ветвь, собственно, вспомнить кинематограф. Подавляющее большинство хорроров кинематографических, они не страшные. А более того, реально да, страшными бывают чаще всего фильмы, которые принадлежат каким-нибудь другим жанрам. Есть некоторые драмы, которые в 25 раз пострашнее любого, не знаю, «Восставшего из ада». Ну, то есть какой-нибудь хорроры, «Груз 200», да, ты имеешь в виду, там, да, такие тягостные чернушные фильмы, которые больше тебя пугают, своей именно бытовой ну, реальности. Ну, «Шайнинг» возьми, там же мяса адского ну, нет. Ну, «Шайнинг» он... страшно, блин. Ну, «Сияние» все-таки хоррор, да? Но все-таки... Это немножко все вкусовщина. То есть понятно, что одного человека может пугать, другого может не пугать. И в частности, наверное, разговоры о... Да. Ну, собственно, то, что кто-то считает, что Space 3, например, нет, мы, не очень мы, страшно. Да, мы, Саш, мы все-таки говорим да, про фильмы или игры, где есть какие-то такие дряни, выползающие да, из стен. Ну, то есть, как фильм «Нечто», например, который тоже не страшный, но крутой. То есть, в любом да. случае, вот немного ли хотят пользователи, чтобы вот игры и фильмы такого жанра, где обязательно будет вот это вот много вот это вот щупалец и прочего, чтобы они еще и пугали? Я думаю, что они хотят многого. Опять же, в кино правильно было подмечено, что зачастую все эти хорроры, они больше натуралистичные, они больше гадкие, они больше там про потрошение. А ничего реально там какого-то прям страшного такого нету. Ну, то есть, напугайте меня. Ну что, реально, «Восставший из ада» страшный, что ли? Нет. Нет, конечно, не страшно. Забавно уже сказать. Да, но зато вот там тебе покажут там опарыша там под смирительной рубашкой, тут у него морда рассечена, тут кровище. И ароматный гной! Да, да. Да, о! Да. А чтобы реально пугать, игры в данном отношении, они, в общем, отстают от кино. То есть, если нас кино не пугает, то... Простите, что вы от игр-то хотите? Которые хотят, в плане хотятся. Нарратива, в плане всего, они отстают. Наши юные зрители очень хотят. Нужно еще сказать такую вещь, что, ну, во-первых, хорроры — это очень такая широкая категория. Формально сюда может попасть даже Resident Evil. Простите. Ну, кстати, да, почему нет? Ну, собственно, про зомби. Он тоже не страшный. Обычно, когда речь идет о хоррорах, все почему-то массово. Я, кстати, даже посмотрел вот на комментариях, в комментариях к анонсу трансляции. Все тут же начинают вспоминать Silent Hill, как такой вот хорроры, там, значит, туман, там, и мы вот ходим, и все так вот страшно. Так, а ты что думаешь про Silent Hill? А? А ты что думаешь про Silent Hill? А я думаю, что Silent Hill — это говно. Простите, нет, не так выразился. Это очень резко. Все-таки... Очень резко, да. Просто, понимаете, Silent Hill, он больше про эстетику. Эта эстетика, судя по всему, родилась из технических ограничений первого PlayStation. То есть сейчас мы вам покажем... трехмерный survival-horror, трехмерный ответ на Resident Evil, чтобы он с здания из-под земли не выпрыгивали, мы допустим тумана. Туман, ну да. И там под это дело идеология от Direction. Окей, ну хорошо, черт с ним Silent Hill'ом, давай как бы к нашим реалиям, давай такой ответ. В принципе, и игры, вот жанр дорогого хоррора, надо понимать, что Dead Space, да, это многобюджетная разработка. В принципе, да, вот то, что сделали Electronic Arts и разработчики Visceral Games, это правильный ход, что они сделали больше экшен, да, чем вот этот вот survival horror, который можно, в принципе, найти в первой части. То есть, что, как им быть в четвертой части и продолжать ли третью, да, DLC-шками вот так вот делать? Алло, Таиланд, как ты там? Такой видимо, коктейль налил. Это сложный вопрос, потому что хорроры действительно продаются, наверное... Алло, да?
Алло, да. Алло. Да. Алло, вы меня слышите? Да, там да. Что-то... По задержке, по-моему, все. Да-да-да. Ну так вот, собственно, сложно сказать тебе по поводу Dead Space, потому что, естественно, люди, наверное, руководствовались какими-то цифрами. Нужно сказать, что хорроры продаются, ну... Ну, Resident Evil продается отлично. Ну, это очень своеобразный, прям скажем, хоррор. Silent Hill продавался всегда так себе. Значит, возможно, шаг в сторону экшена, он действительно целесообразен с точки зрения, ну, денежек. Кроме того, зачем делать три одинаковые игры? Ну, то есть, всегда эта тема интересна, побегать по коридорам, там, космос что-нибудь, ну, теперь вот ледяная планета, это тоже интересно, тоже такое, это не... Но... Серия должна как-то развиваться, угу. Да, но серия должна, во-первых, как-то развиваться, а во-вторых, если это может быть выгоднее, вести там в сторону там, перекатов и стрельбы из-за укрытий, но почему нет? Почему нет? Придираться к игре по этому поводу, в общем, достаточно бессмысленно, окей. Потому что мы сейчас свалимся во вкусовщину. Очевидно, что Dead Space 3 это очень хорошая игра. Игры такого калибра просто не бывает. Саша, видимо... Саш, ты слышишь меня сейчас? Я тебя слышу великолепно. Да, все, отлично. Саш, я тебя понял. То есть ты за развитие серии считаешь, что это как бы, ну, правильный ход со стороны разработчика, как-то серию развивать, сделать ее доступнее, да, и... Как ну, у меня интереснее. Нет цифр. У меня ну, у тебя нет цифр, да. Не фанат Dead Space, я играл в первый, mm-hmm. Он был неплох, okay, особенно мне понравился интерфейс. Хорошо, Саш, ну тогда там удачи, сколько у тебя там времени? 11 часов, я так понимаю, да? То есть на пляж уже не сходишь? Да, уже почти 12. Ладно, хорошо, на пляж сходишь завтра, там пару коктейльчиков за нас там выпей, в общем, мы тебе страшно сидим, завидуем. Вот, а это был Александр Щербаков, создатель «Сталина против марсиан», «Красного космоса», кстати, Dead Space вам. Вот. Red Space. Да, Онегина и прочего. И вот с таким мнением, что, в принципе, разработчики с их точки зрения поступили правильно. Знаете, мне вообще история с Dead Space вообще, вот, типа, первая, вторая, третья, очень напоминает киносерию «Чужие». Первая часть, минимум персонажей, такая клаустрофобия, да, саспенс. Вторая часть, пыщ-пыщ, куча монстров, вау, эффекты, все орут и тоже круто. А вот третья, которую снимал Дэвид Финчер, она была очень такой специфической. Mm-hmm. И, собственно, с Dead Space то же самое. Еще одно, что я вспомнил. Помните, мы все играли летом всякие слендеры? И помнишь, как ты, Витя, визжал? Как... Нет, я не визжал. Да ладно тебе, отпрыгивал от монитора. Вот этот, не, подожди. Не-не-не, я не кривлю душой, просто дешевые вот эти скримеры и дешевые выпрыгивания из угла, это низкий жанр. Ребята, у нас... Самая страшная игра в мире, знаете, какая? Чуть-чуть. 20-50. Давай. Да. Просто мы успеем про это поговорить. У нас сегодня гость. Мы продолжим говорить про Dead Space 3 с интернет-экспертом. Наверное, многие догадались, потому что это написано на обложке. Это Стенсиль. Конечно же, он нам расскажет всю правду об игре, и мы его послушаем, потому что что-то мы все про хоррор, да про это. Надо, как мне кажется, разбавить обстановку и поговорить, так сказать, уже вживую, без скайпа. Ну, и, да. И я так понимаю, что сейчас он к нам зайдет. А может... Вот мы здесь, и с вот нами он. Тот самый Стенсиль, прославившийся передачей «Русский взгляд». Расскажи нам, что такое Dead Space 3, как к нему относиться, и как к нему относиться нашим пользователям. Ну, вообще, об игре я уже обстоятельно высказался в своей глубокой рецензии в Твиттере. Напомню, я поставил 3 балла из 10. А ты знаешь, я даже думаю, что, может быть, тебе дать больше пространства и обращения. Садись вот хорошая сюда. Идея. Такое место ведущего уступи. Вы знаете, я начну с главной проблемы Dead Space. С того, чего в игре нет. В игре нет свободы. Разработчик, он неправильно расставил приоритеты. Нужно было равняться... У меня 4 слова. Готика 2, Ночь Ворона. Причем я рекомендую культовую солянку от Рамонка, версия 2.6.14.93. В этой игре есть свобода.
Спасибо. Почему? Это кто-то должен был сказать. Почему вы готика? Все хотели сказать это, да? Почему готика, черт подери? Почему не ведьмак? Два. Вы знаете? Нет. Нет, вот это нельзя. Лучше вы, зайти. Вы понимаете? Вот. Да, вот. Вот, да, очень хорошо. Вы понимаете, западный журналист, он какую-то создал идеалистическую идею жанров. Они, жанры, они нужны, они загоняют игроков в рамки. То есть... Они заставляют нас покупать, они засирают мозги русским ребятам. Это... Да. Это другой вопрос. Признайся. Вот, да, это правда. Нет. Да. Это совершенно другая сторона медали. Да, да, вот. Ладно, окей. Я думаю, что шутка действительно затянулась, и хочу представить вам, хотел сказать, актера цирка, да, и Максим Бурак перед вами, автор игромании, и, в общем-то, никакой не народный обзорщик с улицы, а, в общем-то, давно уже работающий в нашей индустрии и около нее человек. А в этом-то и дело, что если кто-то до сих пор считает, что Стенсель — это борец с консолями, так, любитель ПК-жеребцов за 110 тысяч, в общем-то, делали это зря. Это, конечно же, проект. Когда я выяснил, что там проект, там работают два человека, там сценарии... должен палить на камеру, потому что я думаю, что как бы, Макс, ты больше не будешь, наверное, продолжать, или, по крайней мере, вот в том же духе. В общем-то, наверное... Покровы сорваны, спасибо. Позвали на передачу. Окей, что ты думаешь про Dead Space, если коротко? И на самом деле. Да, ну ты можешь уже вернуться на место гостя. Мне и здесь было хорошо. Dead Space 3 на самом деле, она очень хорошая игра. Ну не готика, да. Не 3 из 10, конечно, да, и не готика, но... Я в кооперативе не играл. Третья часть, играя в одиночку, подарила мне те же впечатления, что и вторая. Я не разочаровался. Больше экшена. Патронов много. Вот, вот, вот. Патронов много, но... Это странно. То есть, раньше заставляли как-то больше переживать, там, трястись, потому что, ну вот, не хватит, этого надо добить вручную, этого затоптать, от этого убежать. Сейчас они больше сконцентрировались на том, что нужно больше экспериментировать с оружием, нужно там собрать себе там револьвер, стреляющий лазерами там и... То есть они сконцентрировались на более интересных вещах и сделали игру более доступной и более веселой. Так, да. Слушай, я, кстати, думал, что когда ты скроешь, собственно, свои покровы, то у тебя и голос изменится. Сорвешь. Так что не путайте, это не значит, что он все еще Стенсель. Ну неприлично так шутить, Слав. Что? Ну ничего. Так даже Игорь тебе, видишь, говорит, что ты неприлично шутишь, значит, ты действительно неприлично шутишь, потому что Игорь-то, как поручик Ржевский-то, не лезет в карман. Тоже мне, господи. Смотрите, какую тему я еще хотел обсудить, и она тоже постоянно везде возникает, в связи с Dead Space 3, это монетизация. То есть люди вдруг открыли для себя новое слово, что ли, то есть, не знаю, где они 5 лет были. А оказывается, в Dead Space 3 можно купить оружие, чтобы легче проходилось. И тебе, ну, скорее ресурсы и броню. И тебе навязывают эту штуку. Ну, я напоминаю, я не помню, как в Dead Space 1, но в Dead Space 2 никак. Это точно было. Нет, ну это не внутри игры можно было хорошо, стороны купить DLC. Хорошо, а монетизация, и, кстати, вот я как раз объявлю тему следующего Кэнба Лайва, она как раз будет посвящена монетизации, донату, DLC, и насколько это ломает игры, насколько, наоборот, развивает. И мы всю неделю будем готовиться и соберем противников, и, как бы, наоборот, сторонников монетизации, и схлестнемся, и выясним. Вот такой вот анонс. Монетизация в Dead Space 3 мешает, помогает, нужна она, и без нее можно обойтись. Давай, наверное, с гостя начнем, а то мы и так уже несем. Задонатил? Да. К сожалению, нет. К сожалению? Мама денег не дала. Опять. Ну, мама, прошу прощения. На самом деле, в Dead Space 3 она абсолютно не лишняя. Она не мешает, но если тебе хочется, если у тебя нет времени там колотить ящики, бегать и собирать там... Ресурсы на новый автомат, почему бы и нет? Заплати ты свои там пару долларов и купи этот автомат.
Ну и если ты купил, вот как Игорь, свэг-версию, у меня нищебродская на самом деле, а Игорь купил Limited Edition, и там все эти автоматы за... То есть я купил за 1890, кстати, все эти разговоры про Игоря за 2500. А вот Игорь как раз купил за 2500, и вот эта разница, а это фактически был такой сразу такой донат, и Игорь выходит сразу в костюме от... У меня был костюм, кстати, Шепарда. От Дон Периньон. У меня был костюм Шепарда, не имевший никакого отношения к Limited Edition. Да, да, они это просто за Mass Effect 3. За сейвы Mass Effect 3 тебе дают костюм Шепарда, и ты Mass Effect 3. Сен 7 бегаешь. Да, повтори класс. Еще раз, за сейвы Mass Effect 3. За сейвы третьего Mass Effect. Да, за Mass Effect 3 сейвы, да. Вот, и там тебе сразу дают пулемет со встроенным дробовиком, и вот я сейчас на шестой главе. Ну, то есть, да, вот это офигенная игра. Пулемет со встроенным дробовиком, мать твою. Вот. И там приблизительно при встрече с любыми врагами на высоком уровне сложности враги делают так. Вот. И вот. Можно давить. То есть убивает сразу. Все. Мне кажется, что монетизация в Dead Space 3, она как бы хороша тем, что она... Ты не ведешь сейчас передачу теории игр. Не принуждает тебя как бы в реала. То есть, если ты хочешь облегчить себе жизнь, покупай. Если нет, ты можешь спокойно пройти игру, вообще не потратив ни цента, кроме диска. Там монетизация, на самом деле, похожа, там, отправь смс, я не лох, на короткий номер. То есть, вот, на такой план, они предлагают купить все то, что можно разблокировать в игре. Ну, вот, я и говорю, да. Да, они это делают еще со времен Burnout Paradise, где можно было сколько-то там, за 10 баксов, что ли, разблокировать все машины и получить ачивку. То есть за 10 баксов ты покупаешь себе ачивку. Здравствуй, искушение. Здравствуй, дно. Нет, вот. Здравствуй, новый прекрасный мир. Вот. Так что в Xbox 4, что я сейчас сказал? А эта ачивка доступна только платным подписчикам. Да. На Xbox 720 готовь кредитку. Любитель выбивать все на 1000 очков. И сразу в дисковод просто вставляешь, оно все крутится. Да, и такая... А мы еще продолжаем тему страшные игры или нет? А ты хочешь что-то прям сказать? Ну да. Валяй. В общем, по поводу вот этих страшных игр... Одно из главных вообще принципов компьютерной игры — это твое сопричастие к герою, твоя попытка как-то его с собой сопоставить, да, отыграть роль и прочее. В Тетрисе особенно. Да, и, собственно, главная цель твоя — это в любой игре, я думаю, в любой, ну, кроме там стратегии, это сохранить жизнь своему герою. И, собственно, страшную игру от нестрашной отличает только количество ограничений, которые накладывает разработчик на твоего персонажа. Если твой персонаж не умеет стрелять, у него мало патрон, он быстро дохнет, тогда это страшная игра. Если у тебя лезут монстры, и у тебя там слизь из экрана вывалится, это не страшная игра. Просто собственно, мне кажется, поэтому что ты не Haunting Ground, Haunting Ground — это офигенно страшная игра. И, допустим, Resident Evil 1, где у тебя 3 патрона, и у тебя персонаж поворачивается очень медленно, это страшная игра. Просто мне кажется, что Space, ты путаешь термины. То есть страшная игра — это все-таки хоррор. Ну, в русском языке, господа, чем воспользовался Щербаков, страшная игра — это игра от польских разработчиков. Я пытаюсь сказать это уже 15 минут. Знаете, какая самая страшная игра в мире? В ней играли абсолютно все. Так. Про нее очень много роликов на YouTube. Ну, погоди. Это когда тебе надо найти 10 отличий, а потом происходит... Вот это вот. Вот это обосраться, как страшно. А вот то, что ты сказал, это такая, знаешь, игра, где тебе надо много тревожить. Еще надо переживать. Нет, еще надо еще сейвы. Это тоже самый хоррор. Витя, из нее еще надо убрать сейвы. Нет, я не про это. Сейвы убрать нафиг. Да. Вы, кстати, вот про страшные игры. Помните, такой был замечательный и, к сожалению, сдохший сейчас проект под названием Condemned. Очень круто. Страшно, смешно, весело и... Очень круто, да. Кстати. И что? Хочу назвать тебя Стенсилем постоянно. Это надо выбивать из головы. Макс, хоррор страшный, какой знаешь, расскажи пользователям. Чтоб прям дух захватывало. Ну, чтобы вот... Для чего играть в хорроры, да? Для того, чтобы вот этого попереживать, побояться. Ну, чинишь. Undying. Для этого взрослые люди изобрели поездку к теще. Да. Ну, это не всем дано. Макс? Да. Что-нибудь есть? Ты, кстати же, я понимаю, что не только на ПК играешь, чтобы, да? Я на ПК не играю. А. Вот братуха, да? Да, кстати, да. Мы тоже. Хорошо. Хоррор. Такой треск задов. То есть мне на ум приходят только действительно тревожные игры, которые там трясешься за патроны, там, что кто-то выпрыгнет. Например? Dead Space 2. Да.
Или ты не любитель, по-моему, жанра хоррора, да? Да их мало, их не очень много выходит. Да, да дофига их выходит. Да нет. Да вы, я тебе говорю, вы в жанр хоррор вообще все сводите. Вот уже все вообще, у вас все хоррор. Хоррор это хоррор. Сказал сейчас. Нормал. Подвели. Ну, камерный, медленный, неудобный, ну, где ты медленно поворачиваешься из последних зомби-ю. Это отличный хоррор, но да, плохая кстати, игра. Да. Какая? Не, я ну... не слышал, мне в ухо сейчас. Зомби-ю. Зомби-ю. А, ну зомби-ю. Кстати, да, отличный хоррор сам по себе. Угу. И как раз именно про то, что говорил. Куча ограничений, именно поэтому тебе страшно. А не потому что зомби, блин. Зомби никого уже давно не пугают. То есть ты видишь три человека и понимаешь, что, ё-моё, ты можешь сейчас просто получить... И все. Так, ты с тремя можешь просто не справиться. У тебя там бита, да, два патрона, да, и да, все. Потому что, блин, хил как это. Ну, окей, то есть вот вы вывели формулу, что в хорроре обязательно, значит, должны быть ограничения, и главный герой должен быть хрупким. Да? Он должен быть еще неповоротливым. Он должен быть медленным, медлительным. И... То есть, в принципе, на самом деле... И поэтому я не люблю такие. Я не люблю такие. А я люблю. Окей. Ну что, я думаю, что мы довольно, да, сегодня разобрали. Что там в конце анонсировать не должны? Нет? Мы анонсировать ничего не должны. Я уже анонсировал следующую передачу, как я уже сказал, что она будет посвящена монетизации. И поэтому готовьте свои вопросы, а уж гостей я подберу таких, особенно разработчиков, которые монетизацию отстаивают. Ой, вообще не поверите. То есть вот главные, так сказать, внедрители монетизации — это разработчики. Потому что все хотят, все хотят кушать. Слава хочет домой, кушать. Чтобы кушать, сладкий хлеб. Кушать и играть в Dead Space. Кстати, тем временем Александр прошел уже достаточно далеко. Да, да, да. То есть, ну вот, кстати, начался... И скоро умрет. Обратите внимание, что начался Dead Space, который... О, нифига себе. Который все любят. Да, да, да. Начался Dead Space, который все любят. Это вот эти коридоры. Айзек уже как инженер работает, потому что начало многих обескуражило. Открытые пространства, какая-то ледяная планета. Лол что? Лол где? Вот, собственно, я по крайней мере, вижу ту картинку Dead Space, которую там привык видеть. И мы обязательно поиграем все вместе. На боксе рубишься, вот, все, значит, можно поочередно, да, вдвоем гонять, да, или зарубиться во что-то другое. Ну, это был КНБ Лайф, и чё, мы закончили про одну космическую игру, а на этих выходных... Точнее, скоро выходит следующая игра про космос и лезущих из коридоров всяких тварей. Кстати, это, не зря же аналог. Это Aliens Colonial Marines. И ждите, соответственно, на следующей неделе и анбоксинг, и подробный разбор, и все, что в нее входит. Так что эра космических ужастиков началась. То есть такой месяц. Collector's Edition. Так что февраль будет интересным. Играйте в хорроры. Тем самым вы говорите издателям, что хорроры — это круто, хорроры приносят деньги. И больше... Играй в хорроры, и тебе дадут на День Святого Валентина. Именно. Е-ей! И больше космических ужастиков у нас появится. Это был КНБ Лайф. Хотя, скорее всего, не дадут. Это были мы. И это был Сте... Максим. Максим Бурак, автор «Игромании». Как, наверное, многие и догадались, а может, многие сейчас такие сидят, как же так? Да. КНБ Лайф, сюрпризы каждый раз. Смотрите на следующую пятницу. Любите друг друга. Пока. Пока.